том, что перед выходом из дома нужно выключать электроприборы, а лампы накаливания лучше заменить энергосберегающими, знают и взрослые дети. Об этих простых правилах бережливости напоминают регулярно. Вот и в эти дни в рамках недели устойчивой энергии в учреждениях образования города и области реализовывают мероприятия, посвященные этой теме. Подобная семидневка проходит в рамках международного проекта, посвященного борьбе за экологию, к которому наш город присоединился в 2019 году после подписания председателем Гродненского горосполкома соглашения мэров. Для многих школ и детских садов подобные экологические акции стали уже традицией и проводятся регулярно. Сейчас мы участники экологической инициативы «Ура, Гродно!». И в рамках этой инициативы мы проводим каждый месяц большие мероприятия, где детям показываем, и не только детям, и взрослым показываем и рассказываем о том, что надо не просто экономить, чтобы сберечь деньги, а надо экономить для того, чтобы сберечь нашу природу. Мы уже в дошкольном возрасте формируем у детей экодружественный образ жизни и привлекаем к этому наших родителей. В школах и детских садах были организованы информационные часы и интерактивные площадки, а также костюмированные выступления и выставки. Одним словом, все для того, чтобы информация воспринималась детьми просто и понятно. У нас есть иголка, на нее мы ставим стакан. На стакан? На стакан мы ставим ножницы. И теперь мы, не дотрагиваясь до ножниц, будем их вращать. С помощью простых экспериментов, доходчивых видеороликов и креативных игр в школе номер 12 города Гродно ребята изучили не только правила бережливости, но и элементарные законы физики. Также для ребят младших классов были организованы видеопеременки. Уже знакомые герои мультсериалов рассказывали о необходимости экономии воды и электроэнергии. Мы работаем не только со школьниками, но на разных уровнях. На региональном, на городском, на республиканском и даже международном. Вот. Нам это очень нравится, это актуально, и поэтому мы с удовольствием включились в дни устойчивой энергии, которые так приятно совпали с нашим школьным календарем. И сегодня у нас тоже в рамках дней устойчивой энергии проходит несколько мероприятий. У нас 4 работают площадки. Экологические проекты в Гродно не редкость, но вот подвести итоги долгой работы в этом направлении и представить всю свою деятельность можно как раз сейчас, во время такой масштабной акции.